Всем привет, это канал Авибит. Сегодня мы сделаем трек и бит в стиле Джорджи. Сначала я вам покажу бит, как я его сделал, и потом покажу, как сводить вокал и как его записать правильно, чтобы получилась атмосфера именно Джорджи. Такая атмосферище, густота и лоу-файность. В общем, погнали. Самое главное вообще у Джорджи это пианино. Вот так оно у меня звучит. И какой-нибудь SFX. SFX в данном случае вот такой вот у нас. Просто винил. Вот, я взял пианино из контакта. Я его сам прописал. Так как у нас в одном проекте будет вокал и бит, я сделал так, чтобы инструменты лишний раз не нагружали проект. И если вы так будете делать, тоже вам советую так сделать. То есть, чтобы срендерить быстро какой-либо звучок, заходим, например, вот четвертый паттерн, да? Здесь у нас бас будет, вот здесь. Чтобы сделать так, чтобы его быстро срендерить, как именно как паттерн. Мы нажимаем правой кнопкой мыши на паттерн этот и рендер, quick render, и все, и он рендерит там вавку. Эта вавка будет как вот, сколько у вас паттерн, столько у вас будет и аудиофайл. Это гораздо уменьшает нагрузку на проц и так далее. В общем, погнали дальше. В общем, пианино у нас идет. Вот эти два больших квадрата. И потом все то же самое повторяется. Вот, давайте сначала без вокала. Вокал уберу, чтобы показать, что происходит здесь. Вот у нас бит еще раз. По сути, мы добавили только кик, снейр и бас после вступления куплета. Кик у нас простой такой, в принципе мягенький. Я немножко вот убрал серединку. В миксе он сидит мягко, потому что у нас бас, это у нас OSX. То есть, сейчас покажу вам. Вот. Обычный, ничего здесь не крутил практически. Убрал только здесь корс на 0. И все. Так все, ну все, доставил. Изи бас. И немножко добавил airbus. Чтобы добавить именно низа и такую тягучесть приятной. Fruit limiter. Это для того, чтобы, когда ударяет кик, бас становится тише. Клэп у нас вот такой вот. Немножко с треском винила. Это очень nice, потому что лоу-файность как раз будет этим тоже добавляться. И такая интересная фишка. По сути, это можно развернуть либо хэт, либо клэп. Вы можете реверс сделать, и получится вот такой вот звук. Это классно. Вот, и все. Ну, тут баса простые. Вот они, 4. Потом они повторяются. То есть до, ми, ре, соль. Дальше погнали. Вступают хэты. Ничего не меняется, только хэты вступают. Хэты у нас простые. Как видите, вообще никаких ритмических рисунков нет, просто ц-ц-ц. И здесь главное еще velocity. То есть, чтобы она не одинаковая была, немножко так. Хуманизация. То есть хуманизация значит, чтобы как будто человек играет. Это будет гораздо приятнее на слух. И вот такой вот бит. Я сделал стерео на него, чтобы он пошире звучал. И убрал вообще низ, убрал вообще вверх, чтобы именно серединка у нас осталась. И классно. То есть он как бы именно на фоне играет, это нам и нужно. А, также в фретах еще сделал панорамирование вот такое. Иногда лево-право бьет, это тоже очень nice, это классно. Вот, так. И все, в принципе. Весь бит готов. То есть, по сути, нам главное найти пианино, вот это вот приятное. Кик сделать мягенький и бас. Какой-нибудь лоу-файшный клэп, лоу-файшные хэты такие простенькие и все. А, и в конце у нас будет как бы мощный припев. У нас тут муговский бас. Такие же ноты. Просто я использовал омнисферу. Срендерил омнисферу паттерн и вот... Обрабатывал его вообще никак практически, то есть... Готовый пресет в омнисфере есть, как называется, мукбас, просто так называется мукбас. Вот, теперь давайте вокал разберем. Что у нас здесь с вокалом? Уберу вообще всю драмку. Вот. Я специально выделил 3 дорожки, это под бэки, и 4 дорожки, получается, под лид вокал. Так, лучше придвину. Вот. Погнали. В общем, давайте сначала разберемся, как делать лид-вокал. Перенеси меня к обочине дороги,
Как я свожу вокал? Я кидаю какой-то lead vox на какой-нибудь канал, да, в данном случае 19-й. Я вот писаю lead vox, чтобы я не перепутал. Типа, это главный вокал. Потом я убираю send с мастера, чтобы на мастере не шел канал, чтобы не шел как бы звук. И кидаю его на канал, где будут все вокалы у меня. И бэки, и lead vox. Вот так получается. То есть бэки у меня тоже идут на этот канал. И уже с этого общего канала вокального идет уже на мастер. Погнали. Lead vox. Автотюн здесь не нужен, мы автотюн не использовали. AirVox Stereo. Зачем AirVox Stereo? Как мы можем видеть, здесь у нас есть мусор небольшой. То есть, если без него... Есть такое, как причмокивание, там, вот эти вот системы, это нам не нужно. Мы убираем гейтом это все. Можно любым другим гейтом, AirVox мне просто больше понравился. Потом. Убираю здесь низ. Маленько убираю резонансы вот здесь. И чуть прибавляю серединки, чтобы было поприятнее. Вот, и потом идет весь микс с white vocals. Это классно, это в данном случае это подошло. То есть нужно просто экспериментировать. По сути, он просто делает вокал громче и немножко добавляет высоких частот. В данном случае еще хорус, чтобы ваш вокал был не по центру вот так вот, а немножко как пошире. То есть это тоже очень классно. И fruity delay потом идет у меня. Вот это вроде дела дело. В принципе, здесь главное вет не сильно много ставить, а пинг-понг поставить и панормирование. И все, найс будет. То есть ничего больше не трогать. В принципе, еще можно котов сделать, чтобы высокие сильно не лезли частоты. Вот, разобрались. А у Джорджи просто много вот этих бэков. Вот эти вот все эти темы. Как я их сводил? Здесь у меня идет первый из микс, Rock Vocal Tape. Потом Valhalla. Много Valhalla, то есть... Тут совсем просто, а с Valhalla сразу получается такая прям космичность. Вот, потом фильтр. Добавил здесь много 16 кГц. Для чего? Объясняю. Вот, если уберу... Получается так, что как будто какой-то зал, и нет вот этих высоких частот, которые добавляли бы воздуха. То есть это именно воздух, ощущение воздуха. Я все убрал здесь низ, чтобы меньше этого хука не было, и больше придыхания, потому что в Джорджи много таких, как бы на выдохе многих тем. И, то есть вот это, оно добавляет прям вот это ощущение воздуха, что очень найс, прям очень найс. Опять же кидаю на общий канал, и давайте разберемся, что у меня на общем канале. Добавил маленько середины и убрал маленько верхов, чтобы не сыкало. Да, потом идет вокал-бас. Это бас, это то есть общий канал вокальный. Здесь просто ради лимитера, по сути, и немножко компрессии. В принципе, можно любой другой компрессор использовать, но в данном случае я использую здесь микс. Халява, халява, но это упрощает процесс. Потом идет Valhalla общая, так 36%. В принципе, много Valhalla, но для Джорджи это окей. То есть в Джорджи много реверба на вокале. То есть... Ничего ты с этим не сделаешь. Вот, и два Pro Amp. Зачем я их поставил два? И почему Pro MB именно? Это все DSR. То есть... То есть, когда S ударяет, нас он как бы убирает эти высокие частоты и опять обратно возвращает. Можно, по сути, любой другой использовать DSR. В данном случае я использую Pro MB, просто мне он больше понравился именно по звучанию, и мне было лично удобнее с ним работать. И все, и потом на мастер идет. Больше никакого соединения здесь нет. Давайте разберемся, какие еще фишки есть в вокале. Например, вот здесь. Здесь два одинаковых вокала. То есть они идентичны практически, но как видите, здесь темп немножко может отличаться. И это хорошо. Потом. Здесь аж три бэка, то есть. Потом. Потом. И все вместе это звучит классно. Найс. Nice. Потом. Припев здесь начинается. Что не может взять. Чтобы у вас припев был мощнее и приятнее на слух, разводите каждую дорожку лево-право немного. В данном случае я развел один основной вокал немножко влево, другой вокал немножко вправо. И получается очень прикольно. Здесь то же самое. Немножко лево-право. Как вы можете заметить, бэки всегда есть, кроме пауз, вот таких вот. Чтобы снизить динамику,
и чтобы просто как бы передохнуть маленько. И потом опять начинаются эти же бэки, опять немножко расширяем стерео, и все, nice. А, и забыл еще показать мастер-канал. В общем, я здесь убрал немножко на высокий частот, потому что стилистика такая, что нужно делать меньше высоких частот. А сейчас включу вам мастер. Потом заглу у меня стоит. Это общий компрессор, чтобы все держать как бы в кучке. Мастеринг заглу называется. Потом фабфильтр Сатурн идет. Не обязательно, но я в данном случае добавил, в принципе. Чтобы добавить немножко сатурации, чтобы немножко как бы поприятнее звучало, как будто имитирует пленку. Вот такое ощущение может вызвать. Вот, и в конце изотопозон. Я здесь оставил запас по громкости минус 0.3 в максимайзере. Немножко сделал стерео. Чуть-чуть развел серединку и верха. И хармоник эксайтер, чтобы чуть подгрузить тоже верха. И получается очень такой приятный звучок. Как бы все как бы немножко оживает. То есть до мастера было немножко глухо, а именно мастер, он как бы подчеркнул вот эту вот живость и ощущение, как бы, что чувак прям поет перед тобой. Это nice, это просто nice. Вот и простой мастер, в принципе. Главное, по сути, компрессор и немножко подгрузить весь микс, чтобы добавить лоу-файности. И все. Вот, вот такой вот. Полный бит вы можете послушать у Василия нас на его канале. Ссылочка будет в описании. Также будет клип на этот тречик. Поэтому всем советую посмотреть. Также подписывайтесь на мой паблик ВК, подписывайтесь на канал на Ютубе, чтобы не пропустить новые ролики, интересные разборы и какие-то еще будут продолжаться этот проект, то есть как сводить вокал и какие фишки использовать, это обязательно будет. Следующие уроки будут гораздо интереснее, пока тестово, пробуем делать так. Вот, также можете в паблике ВК найти расписание моих стримов, когда я буду писать биты, что-то объяснять, какие-то новые фишечки, стримы буду проводить на Ютубе. Вот, и также следите за новостями, чтобы не пропустить ничего. Также провожу курсы по битмейкингу, кому интересно, и курсы по сведению. Кто хочет приобрести и узнать, что там, напишите мне личку ВКонтакте, я хочу узнать по поводу курсов, я вам все расскажу подробно. Вот. Надеюсь, урок вам был этот полезен. Главное в Джорджии запомнить, это пианино, голос на придыхании и очень много реверба. Все, изи, изи Джорджи будет просто. И лоу-файнес немножко. Пишите в комментариях, какой еще артист разобрать, какой тайп сделать, какое сведение вам показать, если вам что-то будет интересно. И также оставляйте свое мнение, как вам эта новая рубрика и что вы хотите еще увидеть. Вот, поэтому всем удачи, всем пока.